Караганде осудили лжеполицейского. Казабейбийский районный суд вынес приговор мужчине, который представлялся сотрудником правоохранительных органов, звонил гражданам и требовал деньги за освобождение их дочерей, якобы задержанных за хранение наркотиков. Кстати, подсудимый уже отбывал срок в колонии за совершение аналогичного преступления. Как сообщает пресс-служба областного суда, весь криминальный розыгрыш от начала до конца был театром одного актера, поскольку мужчина для создания реальной картины изменял голос трубки и женским голосом произносил «Мама, помоги, я в полиции». Запрашиваемые суммы колебались от 15 до 360 тысяч тенге. Выясняя по телефону материальные возможности семьи, он не разрешал своим жертвам звонить кому-либо, для чего просил не класть трубку у телефонного аппарата. В судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью. Приговором суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.